Так себя Шурик, ты же за негра хотел. Ой, за негра. Я... Ты подожди, он за негра, ты за бабу и твою эту китайскую. Ну, не, я... Подожди, ты за кого играешь, Кирюха? За негритянку, блядь, за бабу. А-а. А ты за кого? Подожди, а ты Дима... А Дима за... Блядь, да заебал, я говорю, Дима играет за бабу, это, азиатскую, и все, блядь. Я за Огана хотел начать. Эксперт по метательному оружию. А, ну давай тогда за него. А он не очень. Бери. Да поспускай, он хотел, кстати, за него. О, тут еще чувак есть какой-то. Просто баба, она на голову круче, короче. Чуваки, тут еще чувак есть, ты в курсе? Пятый. Какой? Отлистай влево. А кто там? Метаться. Там райдер. А как у него там? Ну, его, написано, у него здоровье 100, скорость 100, выносливость 100. Не, вот под именем что написано? Там эксперт по метательному оружию, там эксперт по... Ничего не написано. Сам почитай. Да ничего не написано. Я не знаю, откуда он вообще появился. Это она DLC-ха какая-то? Это DLC-ха, только она, по-моему, это соло-плейная DLC-ха. Там это за кого-то полковника играешь и один играешь. Ладно, а я не Гритоса выбираю опять. Я и вырос в Новом Орлеане, в Нижнем 9 районе. Отец загремел в тюрьму. А метатель, блядь, будешь бегать, закинул ножик, блядь, пошел забирать, ну, это бред. Да, кстати, дела. Ну, зато буду издалека мочить. Пускай он играет, ну, ладно, делай его. Может, можно прикатить. Да не, он говно, не жди, пиши, говно. Самый слабый из четверых. Ну, я всегда за мага играл, он не знаю, что же не особо там. Маги, блядь? Это в какой? Не особо, блядь. Живучие, имею в виду. Маги, они... Меня плющит. Если играть о классических RPG, маги там всегда доминируют нас. Чувак просыпается после... А это когда прокачаются. Да. И тут такая хуета, телек, плазма. Ты не будешь прокачиваться, будешь первого левела бегать. Шо, можно дальше бежать. Нахуй ты вообще собираешь, Дима? Тут вообще в первом месте собирать вообще ничего. У меня привычка собирать все, что... Ну сейчас надо пробежать коридор, насколько. Ну ты быстро зафейлишься в этой игре, потому что там инвентарь-то не бесконечный, три слота, блядь, ёбаный. Ну а помните, как мы в этот играли? Ну что? Кого? Властелина колец. У кого инвентарь всегда не хватал, нет? Ну это потому, что ты его менеджить не умеешь, я тоже все подбирал подряд. Зато бабло, у меня сколько было под конец игры. Вот нахай оно тебе было, вот скажи. Бабло, ну же, чтобы его тратить. Там тратить его некуда, да. Ну. Че, два раза можно сразу. Так, а куда тут? А, в лифт нужно сдать. А я еще помню, даже куда идти. Ага. Я мышку тратить приходится, пиздец. Мы... Когда ты взламываешь. Мы еще помнишь, с тобой по 100 раз всю эту хуйню проходили, не могли попросить. Да, да, да. Блядь, надо сейвы проверить, сохранится или нет. Сохранится. У меня сохранились. Конец? Я вышел из игры, обратно зашел и обратно на то же место попал. Угу. Так у меня тоже выходил так. Потом я комп ребутнул, и я нихуюшки. Комп ребутнуть, блядь. Да нет, ты что? Наконец тогда я положу хуй на все. Как в лифте его там действует-то? На Е зажимаешь-то? Или на что-то? На F? На F. Он не показывает ничего. Васи! Понятно. Как открыть этот люк, ебаный? Какой люк? Какой да, в лифте. Блин, что это чудовит? А может и в лифт не надо закрыть? Да ты что, мужик, нихуя себе, ебать тебе ебало, блять, убери его от меня. Ебаный люк, открывайся, сука, ты тварь. Говорю, на кнопку зажать надо именно. Зажал. Так кто ты делал? Тут не показывает, чтобы это. А, нажать. Там назад надо отойти, я тоже. А, я знаю в чем. Да, да, да. Тут нужно. Вот. Все это. Я тоже первый раз не смог открыть. Тут, в смысле, надо с дверью попиздеть. Точнее, не попиздеть, дверь открыть. Все. Пиздец с дверью, пиздец. Вот, я бежим. Самое оно, да? Дверями пиздеть. Да, вот тебе показывается. Ну почти показывается. Люблю я это дело. Попиздеть с дверью. Ладно, лифт падает, чуваки, спасайте, спасайте меня. Меня убивают! Ебать ты, сорикарик. Сейчас сидеть, я думаю. Я вижу тебя через камеру.
Ты в порядке? Меня палят через камеру, как я тут дрочу в углу. Сука. Хорошо, я представлюсь позже. Сейчас надо вытаскивать тебя отсюда. Сделай все точно, как я скажу. Он говорит, делай, как я скажу, говорит. Сначала тебе нужно расшифровать. Поищи его в складской служебке в конце. Говорит, только не кончай на стену. И на твоем месте я бы поторопился. Давай. Там камера, я не смогу палить. О, блин, куда я попал? Это что-то такое, ящики, о, смотреть можно ограбить точно все. Точно не помешает. Именно ограбить все. Да, иди, Михаил, Дима, спизди на работе, и мышка, он говорит, не хочу. Я культурный человек. Стрят, ты, Дима, не хочешь пиздить. В России живешь, ты же пиздить все, что видишь. Да, я вон пошел в вашем пакетах, напиздил. Бесплатно. А ты вооружен? Бесплатных пакетов напиздил. Ты не смотрел лекции, пока что-то в магазине? Я... Что-то мне все орёт, сейчас я почти не взял. Я тебе разу лагал, говорю, нахуй ты типа бухов покупаешь, надо пиздить тебя, говорит. Ну да, ну нахуй, это хуйня идея. Ну да, давай просто сыт, короче. Короче, тут просто пробежать надо, да? Ну да. Да, да, да. Там надо, короче, до того места, как ты там, типа, мужика спасешь от зомби, короче, от этого медработник там будет пиздиться, короче, а все остальные ссать. Типа ты его спасаешь, и он тебе выдает квест, и там уже можно подконнекчиваться. Вот как да, выйдешь да. Из хижины, ебаный, короче. Пролог, проснись и пой. Проснись и пой, проснись и пой, попробуй жизни хоть раз. Понял, Дима? Хоть раз попробуй. А ты, Дима, знаешь, что один раз не пидорас. Так что попробуй. Я сделаю. Нет! Ну что ты говоришь? Ой, меня отпустить хотят, чуваки сбиты никакие. Ты меня слышишь? Вот один раз не кидаешь, чувак. Ты мне головой. Ну уже давай. Это опасная игра. Я так не могу. Повторять не буду. Че они творят? Че мне надо? Кто все эти люди? Так надо звук потише сделать. Орет, что пиздец. Я сам себя не слышу. Настройки. Разрешение видео тебе звук. Попробуй. Хороший совет, я. Ну там написали, проснись и пой. Ну я песню просто спел. Не надо меня тут выставлять. Хорошим человеком. Я просто спел песенку. Ой, блять. О, весело, блять, нельзя блять. Весело. Наверное, часа чуваки на тренинг придется. Чё? Наверное, в натуре хороший, да, это дело. Комната ко мне какой-то уже коннектит свой ебан. Да, давай. Тут что-то у неё не получается, бля. Так, ещё надо... Ну, у меня весло появилось. Ну, я создам. Сейчас надо просто проверить, подконнектимся, не? А, короче, когда вот проснись и бой заканчивается, тогда можно играть, да? Вместе? Ну, ты спас мужика. Ты мужика спас, ты вышел на это? А, вон он. Сейчас иду к нему. А, не, меня грели. Ну а ты что-то хотел, вот я тебе весло возьму. Ты думал, что лохи что-то? А чё весло не берётся? Сидеть тебя будут, нахуй. Не будет ломать твой ебальник. В колено, нахуй. Ты хочешь выйти, совсем спятила? Раз, два... Чё, чего говорит? Ты хочешь выйти, совсем спятила? Мужик, ты попутал. Я всё-таки не грила. Fuck you and fuck you, motherfucking bitch. Открывай, открывай калитку, сука! Ты Шурик не просто не грил, ты не грил, а рэпер, блядь. Который типа популярный рэпер. Я наконец метательный нож нашел себе. Там в рэп-тайде, короче, есть место. Там приходишь на сцену, короче, и включается типа рэп этого чувака, короче. Там. Опа, новый уровень, как тут уровень качать? Там вы захочешь что-то. Так, не, надо, не надо его качать, короче, надо идти ко мне. Да. Коннекси пока как это. А как коннекси? Не знаю. На. Ну сука. На. Лоб игры там что-то. Да местный режим интернет, игроки 1.4. О, все, я спас. Лобби игры. Зомби в жопу выебали. Нажимается дополнительно. Че ты несешь? Бро. Как играть? Как подключиться? О, ебать, он ножик метнул. Слава богу. Спасибо, парни. Спасибо, парни. Окей, кэп. Акт 1. Половой акт 1. И не нажимается, интересно. О, сучка, черномазенькая. Шоколадочка. Шоколадочка. Вы там? Ну сейчас давайте быстрее проходите и будем. Сейчас. А что еще делать-то надо, чтобы
Ну, блять, почитай на сайте-то, ну там лобби игры что-то нажимать. Сейчас, давай. Передернуть надо. У меня лобби игры не нажимается еще. Если бы он, мы бы не продержались. Теперь, возможно, мы выстоим до прибытия сейчас, помощи. Блин, смотреть, пускай еще посмотрит. Не будет. У него будет, нет? Я видел, что она сделала с моей женой. Вы должны уйти оттуда. Чувака, я спас, вот сейчас. Я могу организовать. Тут халупа какая-то. Какой угодно, но сначала вы должны добраться до меня. У меня здесь полно пересекает. По-моему, у меня от вина потом не закрывает. Скажите, где вы? Здесь кого-то кислое. Где вы? Где вы? Скажите, где вы? Где вы там? Алло! Алло! Че тебе надо, блядь, что ты орешь? У тебя нажимается, Ви? Что, подожди, я еще видео смотрю. Так, все. Новый уровень. Сейчас, лобби игры. А, не нажимается. Жмем играть, опции сетевой игры, выбираем кооператив. Так, надо зайти, да. Надо онлайн зайти. А у меня есть, там есть на игра, надо поставить не интернет, а как, подожди. А у меня не ставится. Оно тоже не ставится. Так, личный слот, значит, часовой чат. Онлайн. Может, типа, надо сохраниться и выйти и это? Ну, не знаю, подожди. Как-то мы делали, да, подключали. На банной. 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 Банный. Банный день. Так, ну и что, смотрим. Лобби игры недоступно. Блять, как я его активировал, я не помню. А вот и все. Потому что мы пьем Тайлон. Чего? Я не ту бутылку взял. Я не ту бутылку взял. Я не ту парил. Я вообще не брал. Я хотел твою взять, чтоб мы кислый допили, кислядь. Стройки уебищные, нахуй, ебаные, блядь. Проблема, что ли? Окей. Опа, лобби работает. Лобби работает. Сейчас что-то не помню, что я такого делал тогда, блядь. Не, я помню, мы что-то делали в игре. Тут срутся, тёлка, слышишь? На, сука! Ты, блядь, вообще мерзко. Ненавижу. Ну-ка, телочка, так, мужик, слышь ты, может, ты потеснись? Тут, понимаешь, конец света, и мне это надо. У меня тут сперматоксикоз. Вообще, надо телочка. Покемон вообще всегда дальше. Че ты? Причем не только. Че за режим ярости? А, это потом у тебя будет. О, тут колеса надо спиздить. А я уже выпил. Ча. Колы выжрал. Чуть-чуть нужно захапать. Люди, у вас есть что-нибудь пить? О, монитор вижу. Мониторы. Какой-то старый, для потопки, кстати. А так, мужик, ну что, я наружу выхожу. А, о, давай, я лобби. О, а мне тебе лобби недоступно, что за хуйня? Ха-ха-ха. Сейчас ты зайду. У мужика тут на рубахе нарисованы. Эп. Ебали, давай нахуй, пидор. Вставай нахуй за всю хуйню. Но может их еще можно отыскать. Если вы где-нибудь увидите Мэгги и остальных, можете сказать мне, где их искать. Окей. Конечно. Так, еще квест взял. Так, а что за квесты не забудьте, я беру. А что у тебя, блядь, не работает лобби, нахуй? В смысле не работает, должно. Ну, ты... Вруби там настройки, нет. У тебя работает? А ты файл сделал только для чтения? Я да, а у тебя работает? Да, все работает. И у меня работает. А, я думал, у вас не работает. Ты сказал, что у тебя неактивно стало. А, не, это я там поменял. Криворукость мою включил, Соня. Слушай, не грил. А как найти тебе чуваков там? Да я запишу. Да! Ну блин, ты дай его сюда. Давай. Какой он взялся? А, вот. Гол! Викс идет, Викс спасует, и тут гол! Потом зомби нападает, он пизды ему дает, и все, гол! О, тут точка за мужа сейчас. Кстати, у нас 4 игрока, по-моему, 2 из 4. Ну да, я вижу. Ну, наверное, один я и 3 игрока можно включать. Там я тройку выбираю. Все поломать, вся палка. Знаю, а что в машину нельзя сесть, поехать? Че, не поедешь? Еще раз. Туалет какой-то. Мы еще обучение не прошли. Давай-ка глянем, что тут у нас. Ника, по голове. А, меня в туалете зажала мерзкая негритоска. А кучи тебя убить надо. Бомба, у меня совместный режим поставился интернет, какого хрена?
Вот, может поэтому это и не мог поставить. Я из игры вышел и зашел заново. Ну попробуй поставить локал. Ну сразу ставь на настройках локал. Да. Так я и ставил локал. Ну, может Симос, может. Блять, и ты грязь, все что хочешь, может быть. Да, так что ты не удивляйся, Дима, особо. О, молоток, а че не берется? По дробящему специалист. А че, я не могу молоток взять? А, ты его целый. Ну что? Как взять? А, взял? Я взял. Ты взял. Сука, багнутая игра. Тебе отдать? Да, зачем? Вот эти уровни. Я сейчас я найду что-нибудь. О, видите, тут песочные замки. Его можно поломать? Ломай его, блядь. Нихуя не ломает, не сука. Ну чё, Дима, блядь? Дима, ща. Ты ищешь? Да. А чё опять сам себя весь слышал? Талонку. Я ж не слышал. Ну, спинал у тебя. Нет, я ж сам себя не слышал, нормально было. Сейчас сидели тогда по скайпу. Сейчас опять я сам себя слышу почему-то. Дима уже опять что-то поломал. Море, Шурик, море, блядь! Море. Ебать, сейчас бы на море, нахуй. А не заниматься этой хуйней. Море, тёлки, пляж. Серёха, ты шоколадкой играешь, да? Да. То есть огнестрел. Ну да. Сначала режущее, потом огнестрел. На. Толкай его в море, короче. Так, не бьём, я переставил сейчас на локальную, но опять стоит интернет. Какого хуя? Ты окей-то нажимаешь там, нет? Да. Ну хуй знает. Интересно, далеко можно зайти в воду? Попробуй пока подплавать. Вот выходи из области, игровой области, ну и похуй. Ну и беги дальше. А я тут постою. Ой, у меня все потемнело. Я исчез. Я вроде оказался. Ебать, это волшебство, Шурик, блядь. Прикинь, ты, короче, телепортировался, ты магию будешь. Вот так вот. А я думал, что будет? Ну так подожди, негр в татуировках. Шаман, ёб. Шаман, цепанист. Анонист. Ебаный вуду, нахуй, хуила. Да. Ну чё там у тебя, Дима? Хочешь нас из зомби делать зомби? Дима, ты давай. Да пытаюсь я. Ну, я палку взял. Да, я даже не знаю, в чём проблема, честно. Почему нас видит? Ты только что видел же, все видели. Ты ж видел вообще его хоть раз? Я нет. Ты вообще ни разу не видел? Нет. За все время? Да. А Кирилл, ты видел? Ты не подключался? Нет. Ты же видел меня, ты говорил. Да. Опять калаша вижу. Блять, как видишь калаша. Ну, а посмотри, у тебя что выставлено? Локальная сеть или что? Локальная сеть. Да я выйду, короче, создам уж. К вам идет. О, дверь закрылась у меня. К вам идет. А, вот я на улице при этом. Этот звук вырубит, Алёша. Прикрой тогда меня. Да, тут прикрывать пока не открыла. Блять, меня что-то долго обновляет. Либо не вижу никого. Ты в самой игре звук выключай. А, там еще есть где-то? Ебаный стыд. Микрофон выключи. Там микрофон есть. Настройки. Настройки голоса там, короче, микрофон у тебя выключить и все. И не будет двоиться. О, Кирюх зашел, вижу. А, ты дреснулся бочкой, нет? Все, потратил. Да, агент тут, кстати, находится микрофон. Ёбаный покос. Заходи в настройки. Нет, я имею в виду, в каком пункте. Сука, зайди в настройки в игре. А голосовой чат называется. А, онлайн, да, голосовой чат выключить. Вот так и это я и спрашиваю, вашу мать. Мы как-то сами догадались, никого не спрашивали. Да. А что искать-то, если вы тут есть? Да не говори, что играть-то, может мы играть за тебя будем. Ладно, давайте. Типа двое из ларца, говорит, а вы и есть за меня будете, говорит, да. Да, да. Так, ну что, пойдем мародерством заниматься, искать телочек тепленьких. Я настройки какие поменяю. Чего ты поменяешь? Клавиши. Зачем? Так все надо. Чтоб удобнее играть было. Так, режим ярости. А какой у нас квест, Шурик? Так, сейчас посмотрю. А как, где их смотреть? Не знаю. А, вот задание есть. Инвентарь задания. Так, заблудшие. Занятие не требует описания, ваш профиль. Карта. Так, жизненно важный пропуск. Легко.
Надо еще будет второстепенное заблудшие сделать. Заблудшие, что легко, мол, ряд. Что там сделать нужно? А что за хаос еще готово? Найдите Мэгги, ладно, это... Короче, если нам повезет... Кстати, Дима, навыки на И нажимаешь, и там навыки можешь себе качнуть. У меня на Т. Ну, я на специально переставил. Так, а что я качал в прошлый раз, Кирюха, не помнишь? Тяжелый удар, ярость... Там, хорошо, короче, надо разбег качать, когда разбегаешься, всех локтями расталкиваешь. Да-да-да, я помню. Только не помню, какой из этих. Ладно, ждем Викс. Ярость, вот это, наверное. Еще можно качнуть? Тебе надо спецскиллы качать свои, короче. Там какой там... уровень, Вик? Там ветка, Шурик, короче, первый. До конца доходишь, там первый? По голову расплющишь. Первый? Увеличишь два раза. Да не, я пошутил. Я думал. Там, короче, последний скилл, голову давить, короче. Вот это тебе надо качать. У меня будет мастер клинка с последний скилл у ветки. Я вот его буду качать. Да, тебе тоже надо голову давить качать. Тут у миличников скиллы схожие, блядь, и все. Зомби! Поимлище, давайте его отымеем в задницу. На сучёнышу, мразь, ты меня бесишь. Напитки не пейте, если у вас целая хп. Окей. Окей, Кэп. Я сел и выпил напиток. Окей, и выпил все равно. Да. Они хп лечат, это лечилки, вы выпьете, они потом не достают. Я думал, это деньги там или чисто валяются. О, покинь. Да, да он еще живой. Ну да. Ты что думал? О, сейчас я метну в него. Лови, чувак. Надо финишить, типа, ёп. Ух ты! Слушай, ты шлюха мерзкая. Бледюга. Спасать. Дима накинулся. Шлюшкой китайской. Аккуратно. Нож нужен. Девскин. Выносливость кончается, тут смотрите за ним. Надо экономить. Дайте мне нож. Че ты встаешь? А ну лежать. О, коктейль Молотова взял. Лежать, сказал. Ты че? Слышь, ты уебок. Лежать. Че ты меня сломал? Да. Так дайте мне зомби. О, тихо. Не подходи! Ай, блять, любимо! Того, горит, ясно, чтобы не погасло. Что-то происходит, блять. Я поджег там все. А как ты это сделал? Коктейль Молотова. Блять, на обычном потратил, тут на это, на жерде. А, точно, я думаю, блять. Куда мы их тратили? А куда пропал один? О, зомби хочет покупаться. У меня нет ничего, чем можно драться. Блин, у тебя оружие потерялось. Что, куда, кто, какой один попрятал? А, да, Маурат просто. Видимо, вот здесь мужик, попал. Помню, живет этот, который пьяный, блядь, хуило нахуй. Угу. Или не так? Тут, ну, ломаем все равно. Я подлечился. О. Чё-то есть. Мне нужно оружие, кстати, чуваки, у меня сломалось всё. Есть, блядь. Тут, кстати, ножик должен был висеть. Могу поделиться палкой, а мне нож. Взлом нужен, короче, снять. Блядь, взял бухло. Да похуй, ладно. А у кого навык один открытия есть? Я могу качать, но у меня аж уровня нету, короче. Mm. То есть со временем оно появится, я смогу открывать. Я тоже могу... нет ни у кого. Я тоже могу качнуть. Не, нет. А весло надо кому-нибудь? Ну мне, наверное, не помешало. Ну если хочешь, давай ты качай, Шурик. Да не, а я. Как я передать себя... оружие, чтобы его не бросить, а именно передать? Кому передать? Оружие. Ну вот, допустим, Виксу надо. На F да мне не надо, я уже нашел, я себе поставил. А, ну ладно, куда идем? С китачком. Ох ты, сука! Ты чё кусаешься? Кирюху пиздит. Давай спасаем братюню. Ой, блядь, упал. Он кусается, тварь. Пизда Ивановна, блядь. О, шлюха какая, давайте с нее трусы снимем и выебим ее палкой. Ты не презгуешь, или? Нет, пока тепленькая, а чё? Почему выебим? Так и я мерзкий здесь сидит. Ладно, давайте по квесту уж бежать. Ну так мы уже. А куда торопишься-то, блядь? Бежим, блядь, так по квесту. Я нож нужен. Зачем тебе ножик? Все будет, как ты возьмешь. Я китайская девочка, мне нужен нож. Он, кстати, тут тоже ломается, так что не забывай. Я знаю, но у меня хотя бы есть мужик. О, нихрена. Нож. Прикольно, так чего мужик? О, нихрена. А кто нож спер? Какой тебе нож, блядь, ты заебал женить? Верни нож, сволочь. Моя жена, мой отец. Да будет тебе нож, заебал. Мой брат, а, господи, ну что я мог сделать? Господи. О, какой-то чувак нам подключился, вы видели? Кикай его.
никаких не имел. Вот он. Так, а как кикать-то? Я в душе не ебу. А, лобби игры. А, нет, подожди. Ебись, сука. Ну, не знаю, реально. Опа, у него, ну... У него тесак, а... Выкинь кис... Ну, типа, нахуй нужен этот ебак. Может, пересоздадим? Гранаты. Ну, если ты, Шурик, его или... Блять, блять. Убил меня. Ну, он, блять, будет там подсирать, короче. Непонятно. Что, уже можно покупать? Да. Только не тут, до начала. Там потом будет города, типа, что-то вроде. Сейчас мы, а короче, типа, квесты выполним, нормально. Типа, нашу базу организуем, и будет там, короче, да. Продавец. Тут потом можно будет себе крафтить оружие пиздатое. Да, там с электрическим дамагом, ну, да. Я себе хочу ближний бой нормально сейчас качнуть, мастера Клинка. Пиздишь легко. Ну тебе, ух ты, что такое. Я квест, кажется, не взял один, но ох. На обратный пути возьму. Блин, ну что ты, ёбки, блять, я твою мать. Ты все еще причитаешь? Че? Никто, подождите, дайте я кое-что настрою еще. Легче их. А че ты говоришь, квест не взял? А, да, жизненно важный пропуск. Мне тут еще надо изменить. Бросок оружия. Поменяли на В. Матрас, блядь. Дропнуть поставлю на Б. Вот раз. Ты, Дима, вообще все время прочитаешь, блядь. Да. И нормально. Никто тебе ничего не говорит, блядь. О, зомби, сзади, сзади зомби идут. Пизде, пизде. На тебе в щи. Я спухался. А, блядь, уже свой. Дима меня пиздит. И надо бошки лежит. На голову наводишь, приплыл. Блять, мне сломалась какая-то хуйня. Игрок занят, ты в инвентаре копаешься, что ли? Блять, да у меня это, нахуй, труба сломалась, нахуй. Опа, предложите обмен, тут есть такая штука. Ну да. Можно меняться оружием. Надо доставать оружие, понимаешь, блять. Оно сломается, из рук уваливается, вся хуйня. А я быстрым инвентарем пользуюсь при этом. Как ты им пользуешься? На этот, нажимаешь кружок мышки. Ага. Ну, ну да. Это для лохов. У меня одно весло уже почти сломалось. Сечешь? Я взломать не умею. Бухло. Да чеха не умеет. Не пахся. Мужик, ты живой? Нет. По-моему, он мертвый. По-моему, немножко мертвый. Чуть-чуть, блядь, умер. А нет, сидел в кровище, уебок. Да там дальше. Пошлите. Нож мой. Ты че встаешь? А ну лежать. Лежите, сказал. Твой нож, бери. Все, отлично. Тедди Би, блядь, мы не очень, короче. Всех убил, всех зарезал, молодец, наша школа. Ай-яй-яй! Ты где? Меня зомби жрут, сейчас, сейчас. Ты где в мою сторону? Да беги, как я бегу, меня тут два зомби ебашат. А, сейчас зажрут, реально. Пизда, пизда. На тебе ногой, на тебе, на. Охо-хо-хо-хо, где бухло было? Я вот черепушку ему расколол, блядь. А чё ты, Ширик, такой лох, а? Не да, не знаю, напали вообще. И хотели мне поискать. Давайте квест выполнять. Дима, хватит ныть, мы и так квест выполняем. Я не... Дима, ты еще ноешь, блядь? Тут бухло, кстати. Вот, ты все еще ноешь? Тогда мы идем к тебе. Ну, тебе, сучонус. Вот тут салют бьют какой-то, слышишь, Дима? Слышу. Сначала были странные звуки, а можно в эту хату зайти? Ну, проверь, Ширик. Ну, можно, почему? Давай нахуй, зачищаем о! Нахуй. Давай. Фигня, Ган даже встать не успел, а? О, я взял трубу. Опа, я телефон взял какой-то. Какой? Телефон? Олег, я тоже взял. А, это запись, это эти. Да. Сюжет, короче. Ломай. Давай, ломайся. Криминал Вуду Чилд. Понял, у тебя на спине написано сам Би, типа криминальная Вуду дитя, короче. Ух ты! Ты чё? Слушай, пиздешь. Так, я тут закроюсь на минутку, вы оставьте меня, пожалуйста. Ой, я пропуск взял на базу, короче. Все, квест мы сделали, по-моему. Ну что она там, еще сопротивляется? Доставь ей, Ширик, давай. Так, ну вы не отвлекайте, у меня не стоит, когда там следить смотрят. Да, я стесняюсь. Слушайте, моя зато японская съебалась отсюда. Дайте мне поебать шоколадку. Тихо, тут не все отлично. Что? Ого, пацаны, квест давать.
Пошли. А дополнительный будем брать? Ну там еще. А что такое? Опа, металлическая. И свой еще взял. Так, надо закрыть двери, чтобы шлюки лежали. Чтобы шлюки не протухли. Да, а то еще вернешься потом. Ой-ой, тут толпа зомби, чувак. Ага, вот так-то и на меня напало, и потом пиздец. Зажали. Так. Мне надо найти новое оружие. Японка всех спасет. Японка спасет мир. На тебе. Я там трубу пособирал с них. Японка всех отсосет. Я могу. Че тут, че тут? О, я пропуск нашел какой-то предмет коллекции. Купить нахуй тут. Где? Мне. Где? А около двери был. Не вижу. Ой-ой-ой! Ты че? Блять, да что ты пьешь, заебал? Да, я тоже нашел ID какой-то пропуск. А, вижу, вижу. Все, пожалуйста. Че там, есть что хорошее? Чуваки, идите ко мне. О, замбайка. Ну, отойди, Кирюха. Сурик, это за тихо. Сейчас, подождите, чуваки. Вот та детка. Та детка. Я тебя хочу. Блин, я выпил. Да ну нахрена я бухнул. О, детка, лень, как она кончила, аж голову потеряла. В этой игре иногда бутылка в руку сама ставится, короче. Я бухаю. О, лень, этот чувак еще купается. Давай, чувак. Давай, детка, а в ванне тебе помыть. Не трогайте мою шлюху. На тело. Слушай, а интересно, там шатай? Персонаж у меня шатался, когда я бухой был. Да хуй знает. Нет, по-моему, тут не отображается. Только тебя самого шатает, короче. Ой, ебать, тут кровище. Как же ее, она... Я ее девственности лишил. Вы видели, да? Чуваки, тут зомби поднимаются. Оно поднимается. А ты помнишь этот прием, Шурик? Да. Удар в присядку называется. На тебе. Вот так вот, смотри, делается. На нахуй! Так, а что мне по оружию? Ну, нужно еще оружие подобрать. Стволов нету. У меня тут до хрена, кстати же, металлический. Куда ты встаешь? Лежи, лежи, родная. Ты порезал. Блядь, я тебе порезал. Как на зоне, блядь. О, блядь, как она. Так вот, куда мой нож делся, верни, сука. А чё ты не взял, там второй был, блядь. Это я случайно скинул. Что там скинул, блядь? Там да он пиздит, как еще один, блядь. А у инвентарь забился полностью трубой. Ну, твои проблемы, блядь, ёпта. Жопу оторвал, место потерял. Понял. Чё сделал? Ну, ножик, ладно, оторвал. Ножик потерял. Он всё равно с трубой пока бегает. А куда идти-то? Блядь, дай пройти. Да иди ты сам, блядь, дай кому-то пройти, господи. Дай, все дай. Какой нехороший человек. Просто редиска. Редисная. А! Экстрим, паркур. Ебать. По-моему, ты в текстурах застрял. По-моему, я застрял. Получи. Нет, давай. А, кстати, тут есть Дима такой бах в текстурах появляется. Кирюха тогда, помню, в туалете в каком-то застрял. Было ржачно. Хуй вылез оттуда. А, не, потом вылез все-таки, да? Блять, пиздец, ну я сейчас застрял, короче. Отлично. Бабище, давай. Давай, бабище. О, я сдал квест, кстати. О, можно такое. О, я переместился, нормально. Так, он нам. О! Я помню, надо взять. Гвозди в палку. Ты взял дополнительный? Я дополнительный взял. Че втыкать? Гвозди в палку в любую толкаешь, бейсбольную биту, короче, это мод, короче, модификация. Для тебя, кстати, Шурик. Сейчас я сделаю. Да. Ну и все, пойдем отсюда, тут нехуй делать. А че он дал, какой квест? Лодку что-то найти по берегу. А, нужно найти лодку и там найти рацию. Видите, тебе как бы отхиляться надо. Я знаю, сейчас я. Так, подожди, я. Как вставить в палку гвозди туда? А тут нужно это, как его, верстак. А. Ой, ебать, меня весел. А я сижу, блядь. Yeah. Так, блядь. А, слушай, у меня есть нож, чё я тупый? Ключ есть. Труба. Да, дай мне ключ, тебе ключ не нужен. А, давай меняю на этот.
А вон там, смотрите, какой-то остров. Давайте туда. А, нож. У меня ножа нету. Где как типа мне нож? Давай. Блин, выйди из режима занятости. Сейчас. Давай, кидай. Бля, я палку нашел, Шурик. Которую можно вставить, дети. Блин, у меня сейчас Дима этот просто. Ну и где ты? Давай. Вот я отдаю тебе ключ хрупкое. А, вот. Все, как понять один. Все, окей, один успех. И как морковки ножусь, то все. Я весло возьму. Так, во. Ключ. Ну смотри, он слегка уже покоцан. Да хуй с ним. Ну че, куда дальше? Сейчас, подожди, дай ключ поставлю. О! Как раз для меня. Так, что, куда? По квесту идем. Пробуй заблудший поставить, Шурик. Что будет? Будет куда-нибудь показываться маркером? Найти Мэгги, которая. Сейчас, подожди, как. Если типа есть маркер, можно туда сходить. Если нету маркера, значит идем на главный. Попутно найдем как-нибудь. Задание. Да, то есть он как Задание. Бы не очевидно, куда идти, надо просто типа проходить, а где-нибудь она стоит. Нет, вы не можете идти за ходом выполнения побочного задания, если вы выполняете сюжетное задание в совместном режиме. Ничего не ну ладно, пойдем, это сделаем, короче, потом это сделаем, пошли. Кстати, далеко лучше не убегать, конечно. Ну, конечно, можно, но там эти толпа нападет, короче. Да-да-да, я уже это понял. Проблема в том, что, короче, выносливость быстро кончается, и ты не сможешь просто всех один отпиздить, короче. А потом убежать проблематично, когда тебе. Вот этот дядом встанет, честно. Ну да, пизди его сразу. Люди гибнут за металл. Люди гибнут. Ни за что. От весла, блядь. Бля, мужик какой-то, зацени. Бля, у него еще что-то есть, бля. Ты че, мужик? Мужик! Мужик! Я больше нашел. Запинали ветом. Ебало разбили. Это называется бить ебало. Ой, а ты откуда вылез? А я его вижу все это время. Дядя, ты откуда? А че они ломили сюда? Вот тут что-то лежит. А ну пошли отсюда. Меня забыли. Группауха, что ли? Да, телочки, идите ко мне, шоколадочки. Так, тут похиляться. Бейсбольную биту нашел. Да. Вот у нее гвозди стоит, да и все. А я гвозди нашел, чё? А я кошелек нашел с бабками. Теряйся, Викс. Ты гвозди нашел? Где ты гвозди нашел? А тут на эту только для одного дается. Жареных гвоздей не хочешь, блядь? Жареные гвозди, самое то. Моя любимая жатва. Я ими ужинаю. Засните мне бейсбольная бита, я крут. Бита! Ключ, кстати, охуенный, вообще мне нравится. Ну а где спасибо? Кувалда, помнишь, потом Шрик был? Да-да, кувалда все есть. Тебе полечиться надо, у тебя пол хп. У меня пол хп? Да. Я тебе говорил, что хиляться надо. А чё, а у меня вообще не отображается оно. Меньше половины, у меня... Да бля, оставили бедную китаянку на двоих тут. Китай! Не, воду японку. Оно отображается, когда бьешь, короче. А, да, кстати. Надо сейчас это... Хил. Мне, кстати, тоже надо немножко хильнуться. Надо попить вам просто или покушать. Вот там чувак, короче, понадо спасти. Оттащите от меня эту тварь! Ааа! Слышите им? Блядь, меня зажрали! Сдаху вы туда пошли, блядь! Да я хотел хилку взять там. Ладно. А куда Вик сделался? Телепахнулся. Бля, я тебя пытался... Я думал, тут поднять тебя можно. Так прости, братан. Опа. Ёбл разбил. Он малый, блядь, в машине нахуй спрятался, блядь. Хотите пойти со мной? Я складываю все, что удастся найти в киоске проката спортинвентаря. О, отлично. Дай ножик. Китаянка хочет ножик. Китаянка просто хочет. А письку она не хочет? Вялого за щеку. Вот тут есть аналитические напитки. Я отхилялся полностью. Да, я ее и так тоже уже отхилялся. Факт какой-то. Че тут есть? О, книжка. А взяли? Здесь верстак есть, чуваки. Можно сделать бейсбольную биту с шипами. Верстак. Я гвозди нашел, я воду нашел. О, починю ключ. Нахуй мне это самое. У него домах, кстати, 27. А кстати, режущий чинить есть у вас? Нет. Кстати, а мне режущий вообще не надо. Я его брать не буду. Мне режущий не надо, я его брать не буду вообще. У меня есть нож хрупкий.
Давай. Он очень быстро ломается, но дамаг неплохой, в принципе. Я только им, в принципе, могу. Мне, кстати, качнул немного на то, чтобы он... Я тебе дал трейд. А? Ожидание согласия на обмен написано. А тебе что-нибудь дать? У меня много труб разных. Да, у меня тоже режущие, в принципе. У меня режущие и огнестрел. А. Это внизу что-то режет. Все, ты забрал? Да, принял. Ну все, бери. Я себе бейсбольную биту с шипами сделаю, наверное. Берите, что хотите, а брать нечего. Можете гвозди дать, а? Дай мне гвозди, да, у меня нет. X2 гвозди мне нужны, чувак. О, я лопату взял, чуваки. Прими. Два гвоздя мне дай. А у меня их, собственно, всего два сейчас отдам. О, у меня второй уровень. Можно качнуть, кстати, что-нибудь. Ты одни гвозди дал, а вот все. Значит. Все, спасибо тебе. Взаимовыгодный обмен, хули. А что такое, что нельзя-то, блядь? Я буду, короче, качать сугубо на денег нужно 200, блядь, пиздец. Ну ладно, потом. На то, чтобы самому сделать. Ну-ка, сколько у тебя денег? У тебя сколько бабла? У меня мало, 100 с лишним, 100. 113 я починил, короче. Погоди, иди сюда. Сам оружие можно сочинить, блядь, за деньги. Иди сюда. Я тебе весело накидал. Чё тебе? Давай обмен. Один? Бабло можно дать? Нет, наверное, нельзя. Что-то вот мне кажется, нельзя. Бля, не выбирается бабло. Ой, да ладно, оно быстро накопится. Это херня всё. У меня 600 его. О, я все веса собираю, ну их. Бля, ну не влезай теперь у меня веса. Нахуй тебе весло скажу. Собираешь. О, Дима! Что? Иди сюда. Ты где? Ну, в доме я, назад возвращайся. А теперь смотри на стену. А, прослакал ножик. Нахер весло. Видел, весло повисло. Весло это самая это хуйня, короче, которую можно найти. Да. Типа, у тебя нету больше ничего, ты хватаешь весло. Что за херь? Это не есть гуд оружие. Смотрите, телки целку сбили. На, по сиське, на, по сиське. Ничего, сука, мерзкий защитник. Ой, тут орёт, Шурик. Я слышу. Где кто? О, нихрена себе. Бегут, бегут. На нахуй. Так, минус. Нет бэка, блять. Я сейчас слышу. Вот он, бегут. Уж бегут, неуклюже. Пешеходы по лужам. Я выдохся, блять. Это же. Аааа! Упал. Я сейчас вычел тебя. Блять! Да. Блять, Дима, ебаный в рот, где ты ходишь? Бегу. Где ты все лазишь, Дима, блин? Мы тут, понимаешь, умираем. Я уже отвести успел, блядь. Я тоже. Ну, чисто. Вот так с Димой зомби апокалипсис. Да. Сажу. Дима вообще всех сдаст, это как минимум. Если кинет. Ладно, все, не буду отходить от вас далеко. В зомби этот сдаст, короче. Понимаю, ладно, я слакаю и кричу каждый за себя. Но это же я. Новый уровень дали. Вот надо это. Она не качает, кстати, на втором уровне. Труба хорошая. Оля, стоит. Дима, давай, веслом его. А я пока этого ебну. Че там качает? Че ты гонишь-то? Качает? А че много не качался с кем? Нет, точно. Смотрите. Может, каждого по-разному. А у тебя какой по уровень? Третий или второй? У меня третий. А, ну вот поэтому качался. У меня второй. Ебать, такое замедление. Надо им бошки разбивать, это ж зомби, блядь. Да, они сейчас встанут. Трубой поебал. Циркулярная пила. Тут можно, кстати, делать такую бензопилу, короче, которая внутри циркулярная пила, блядь. Ой, блядь, нахуй. Шурик, ты будешь шутить, нет? Как в коронной манере, как с Артемом шутили, короче. Блядь, и промазал. О, а надо вот так вот, смотри. Ой. Блять, да куда ты целишься, тварь? А? Вот так надо. Ой, блять, мимо. Да иди ты нахуй, блять. Это что это было?
Это было твою мать. Даже его можно поднять, если у тебя аптечка есть, блядь. Блядь. А чё? А, Дима умер? Если аптечка... Спасибо, кто меня подставил такая? Кирюха. Кто хоть ему подставить так, блядь? Кирюха кинула. Точнее, Кирюха, хуй ты стрелки переводил. А кто кинул эту бочку с газом? Чё ты скажешь, мне что ли? Кинул, ёпта. Да, вот я под ней полез и сам... О, пошлите вот она база, кстати. Тут проблема в том, что взрывы своим наносят. У кого ключ? Не знаю, у меня, наверное. Вот тут надо нажать на эту, на охрану. Зомби! На тебе шлюшка, давайте, каждый берет по шлюхе. Новый уровень. Режь всех, режь всех. Так, чуваки, убейте их. Сейчас жирный выйдет, давайте я кину, а ты шлюх взорвешь, окей? Диму. Блять, все, подожди, шлюху не бьете. А подожди, мне надо оружие поставить. Откройте, вон там. Сейчас, сейчас, подожди. Дай мне дыхалку остановиться. Дима, добей ты эту же шлюху. А надо в голову целиться, чтобы она сдохла. Да. А откуда он выйдет? Вот из этой хуйни, да? Да, вроде, подожди, мне нужно оружие поставить. Это вот так будет как-то примерно выглядеть. О, ну наконец-то она сдохла. Метла, весело. Сейчас я поставлю весло. Все, я готов, пенсион. Дайте, подожди. Ты, блять, я хотел качнуться. Успеешь, конечно. Успеешь. Блять, это человек. На-на-на-на-на, мясо! Свежий мертвец! Слушать. Халк голоден. Дима, аккуратно, этот пацан ебашит на раз, короче. Да. Сейчас я кину веслом туда. Не подходи к нему сейчас вообще. Блять, и что? Если я попаду, конечно. Блять, промазал! Уйди! Кидай, кидай, кидай! О! Тебе в него нахуй весло. Вот и все, готов. Добивай, добивай его. Да, а он и так труп. Он готов. Все. Зомби никогда нельзя быть уверенным. Что не труп. О, лянь, ебать, она как попу выстрелила, да? Вот так, оп-оп-оп-оп. Опа, качнуть себе уровень, чтобы... О, лянь, зомби встает, я же говорю. Нельзя тут быть уверенным. Это безумие. Это безумие, что за безумие? У меня теперь будет этот, с ножи не так сильно стачиваться быстро. А что тебе качнул там? А, обслуживание клинков. Я теперь чуть. Вы там избьетесь, зомби? Да я смогу что-нибудь придумать. Так, что тут? Сим-сим, откройся! Не открывается. Че темнота такая? О, бля, зомби стоит! А как тут фонарик включить? Тут нужно было это. Мне на F, на что у тебя, не знаю. На Т. А где Т? Где кнопка Т? Я темно хоть как жопу негр. Ты и так негр. Я вообще тут в компании негров. Китаянка и два негра. Не негров, а афроэскимосов, хотел сказать, америкосов. Да, вот афроэскимосов. Имей уважение к расам. Ты расист? Не уважаешь другие расы? Да? Вот я расист. Ой, я взял какой-то журнальчик. С голыми женщинами. Ебаный, что ты делаешь с ней? Маньяк, садюга просто. С кем я играю? Люди. Я устала. Ты устала? О, можно купить колы. А можно не купить? Дайте мне что-нибудь! Дайте мне... Ааа! Ты что? Слышь ты, мужик! Мужик! Блять! Давай его ногами забьем. Давай, давай его нахуй. Не беси меня, вот, тварь. Он этот гад. Чёрт, не понял, с кем он связался. Это его была ошибка. Первая и последняя. Электрический напиток. Как свет запилить, чуваки? Ухать его. Кого запулить? Свет включить. Ну, наконец, я её замочил, а? Ну, они сюда приедут. Естественно, живущие. Ты хули думал, сказки родился, что ли? Ножом резал, резал её, полосовал. Так, а... и что тут можно сделать-то? Где верстак? Ниже верстак. Надо верх ещё зачистить. А, ну да. Ну, что для делать, я не понял. Мы идём наверх? Нет, подожди. Что нам сделать надо? Подожди, давай задание посмотрим. Отправляйтесь, спасай, уничтожьте всю нежить в этом районе, короче. Где-то еще остались зомби.
Три штуки причем. О, самолет падает, блядь. Да, вверху, вон я наверху. На крышу идите. А вы видели, самолет падает, короче? Да. Опа, я нашел модернизацию ножей. Еще открылась наверху, да? Да, да. Это самолет упал? Нет, он и без самолета открылся. Блять, кто это? Ты че? Ты че такая? Я верстак нашел, если че. Да блин, похуй, Дима, уже сто раз нашли этот верстак без тебя. А, ну прошу прощения, вы где, кстати? Ну, спиздец, на крыше. Покажи, блядь. Блин, меня, блядь. Мне тоже. Какая-то баба выбежала на меня, безумная, пизданул щи. Там мужик еще идет, не видать. Ну ты че, блядь? Сзади смотри, там не подошел никто. Вон он, блядь. Вон. Но тебя поебало. А че ты кулаками пиздишься? Да блять, оружие никогда поставить. У меня сломалось все. Да и как всегда поздно. Ну ладно, тебе нож нужен один. У меня их три. Да ладно, оставь себе. Тебе они нужнее, блять. Потому что они очень быстро ломаются, понимаешь? Ты одним попиздишься, но сломается, надо несколько с собой таскать оружие. Ну, мне, в принципе, два хватает, плюс я еще сейчас навык увеличиваю на то, чтобы они ломались реже. Ох ты ж! Я тебя спас. Так, ну чё? Вот на рации. Сейчас наши с этого, с бунгало придут сюда. Следить за дорогой, окей, кап. Будет наша база, типа, на этом. Лайфгвард, ебаный. О, вот они на тачке едут. Им бы ещё, знаешь, пулемет. Да, кстати, тут бы вообще охуя не помешал бы. Да откуда не понимаю? Ты же гражданский, блять. Life go. Чувак вообще какой-то, видишь, типа, блять, медик ебаный. Доктор дохуя. Так, вот это город теперь. О, надо класть. Ножик дал. Вы взяли? А, тесак, yeah. Да, ты, кстати, вдали. Тоже. О, тесак пойдет. Так, мне надо полечиться. Так, набираем квест. А как остальные, кстати, эти убрать? А, точнее, слот, вот видишь, там есть. Они а, потом качаться. Выкачать вышло. Так, они ну квест давайте я возьму, тогда вы побегайте. Да. Так, сейчас кушать сделаем еще. Что-то не зубцы. А, не нажимал. На соседском маяке. Наверняка там. Отлично. Надо сходить к верстаку, ты пока бери квест, Ширик. Может, на этот раз я смогу сделать себе бейсбольную биту с шипами. Сейчас пойдем, будем чистить бунгало, блядь, зарабатывать себе на крутые стволы. И ножи, да. Ну, потом, короче, для тебя можно там катану будет выбить, короче, будешь катану. А, там есть возможность такая? Иди сюда. Ну да, они вначале не появляются, они только в городе появляются. Иначе она никуда не поедет. И там я первую катану нашел, по-моему. И мы как раз забили, это же не машина, а чистый ад. Эту крошку не удержит даже батальон этих уродов. Короче. Так, если сможешь достать мне пару нужных деталей с разбившихся машин в округе, и мы сможем заставить ее заработать, ты сможешь брать эту тачку в любой момент, когда заблагорассудится. Денег маловато, по-моему, обрезали количество бабла, тут раньше, блядь, было больше. Денег, да, не, или так же. Можно. Поначалу было. Отлично. Жесть. Когда найдешь нужные детали, заходи. У меня, да, блядь, задавщик, блядь, бабла. Вот, видите, у меня бейсбольная бита. Кто хочет мою бейсбольную биту заценить? Шипами? Ёб твою мать. Опасный тип. А на холодное оружие, кстати, ну, в моем случае, есть улучшения какие-нибудь? Конечно. Да. Так, квесты не бейте, я сам квесты. Самое крутое оружие крафтится, по-моему, вообще, если говорить об этом. То есть ты берешь, короче, тебе хорошее оружие выпадает, ты его еще улучшаешь, короче. То есть, кстати, тут можно купить, Дима, тут магазин. Да. Тут, ну, кстати, тут как в Diablo, типа, есть, знаешь, типа, фиолетовый, да, зеленый шмот. Где магазин? Ты мне не поможешь? Ну, в начале мечей нет, в начале там есть серпы, короче, всякие эти, ножи и тесаки, короче. Кстати, пацаны, если не знали, если у тебя есть аптечка, короче, вот средняя, легкая аптечка, можно подойти, типа, если убил, на F нажать или снять, отлично. У меня аптечка была, но я его утруп в этот момент. Ну, я, блядь, пытался тебе риснуть, мне не получилось, я, по-моему, не взял. Да, у меня нет аптечки, по-моему. А магазин как выглядит тут? Да, блядь, где ты лазишь? Да иди ко мне, блядь. Иди к Кирюхе. Вон, заходишь, там мужик сидит. Блядь, тетелка распласталась.
Да, видел я. Ну и нормально вообще, наверное. Самодельный обоюдоострый клинок. Меч нашел. Я думаю, что с ним, вероятно, все в порядке. Раз уж вы оказались поблизости, беру, конечно же, беру. Обачки, тут зомби, пацаны. Убить их. Да. Сейчас я, блин, меч куплю, поставлю себе его. За зачистить райончик, пока квест возьму. А тут квест дает на зачистку, это, блядь, короче... У него есть друг по имени Дойл. Этого места, блядь! Бунгало бриллиантового квартала. Может быть, он прячется у него? Все? И чубаш... Это я ее руку отрезал? Ну да. Ты же режущим оружием бьешь. Да. Режущим оружием конечности отрубать заебись вообще. То есть, к примеру, против тебя сильный враг выходит этот, типа, здоровяк, его долго бить. Ты его можешь руки отрезать, он бесполезен становится. Нельзя было сидеть. Тут, кстати, деревянная доска есть, ее, в принципе, можно сделать опять-таки прокачанной. В такой спешке, что оставила в отеле свое жилье. Она неплохая, кстати. Оно в шестом бунгало серебряный сектор. Да. Зелененький урон, видишь, на ней. Тут тоже, типа, и зеленые шмотки, знаешь, типа, в Диабло, там, синие, короче. Типа по этому, по хорошести, типа, спасибо, различают. Самые крутые там, пожалуйста, фиолетовые, по-моему, или желтые, типа легендарные, короче. Типа как в РПГ. Так, все, квест сделал. Бля, о чем я похилиться, кстати. Тебе 28 баксов дал. Ебать ты нахуй, щедрый. Вообще ничего. Так квест, что ли, уже сдали? Еще. Любую, ну, машину, да, скорой помощи. Я взял еще мужика, зачистил ему этот, этот угол, блядь, и он говорит, еще надо машины скорой помощи искать и медикаменты доставать, короче. Ту-ру-ту-ту. А к нему тоже получится надо подходить, чтобы забрать? Я слыхал это. Да-да-да, чтобы награду забирать, надо подходить к чувакам. Да, так, о-о-о, да. Нихрена себе, мол, четвертый уровень. И, если так, то лучше по всему городу пройтись со всеми, поговорить, короче. Денег нету, бомжуем, пацаны. Продать весло. Да, кстати, говно можно продавать. Бля, тут еще и продавать можно, а я выбрасывал, ходил. Ну тут слотов всего 6 для оружия, особо не распродаешься, или сколько там. У меня вот 12 слотов под оружие. Да мне проще так, блин, искать. А-а-а. Деньги. Нахуй. Так, надо пойти в верстак починиться. Палка какая-то, палка тоже нахуй нужна, ржавая труба. Да, починить. Самодельный секач — это нужное дело. Ну, нам вот задание же дали. Ой, его ж можно улучшить, да? Модернизировать. О, самодельный секач сейчас. А нахуй тебе нужен? Не секач этот. Тяжелый Моргенштейн. А, да, у тебя есть свои виды оружия. Да. Ой, ребятушки, охуенный палка. Так, но мне нужен четвертый уровень, чтобы владеть. Это вся беда. Чей ножик валяется? Так. Я выкинул, сейчас подниму. Поздно. Хотя нет, отдай лучше этой негритоске. Дима, лови нож. Он грёбаный расист, ты понял? Это негритоска. Ты же знаешь, японцы не слишком любят. Аморал, блядь. Чего вы от ножика хотите? Бензик, говорит, трупы сжечь, короче. А у меня был бензин, кстати. Давайте их разрежем, да и все. Нет, там ему канистра надо. Вот эти я голову этому отрежу. Чувак, нет, ты только зря нож ломаешь. Дай себе починить. Чик-чик-чик ты хочешь мне сделать, что ли? Сейчас, ладно, секач поставлю. А что не рубится? Так будем делать второстепенный квелис. Зацени, Дима. Ты где лазишь? Иди сюда. Зацени, как ощущается тело. Да, дорвался. Красотища. Какая она стала красивая. Ну, нужные места остались, остальные не нужны. Цени мужику. Опа. Ножка. Мясо. Ебать, свежий, блядь, мертвец. Ебаный вурдалаки, блядь. Ладно. Пошли зомби мочи. Сука, не вижу, ты получаешь удовольствие.